Ну, отлично применяется. По-русски или по-английски? Представлено по фамилии, а не по рейтингу, не по местам, потому что и по количеству очков. Если это так будет, то все очень хорошо искать. Потому что когда ты знаешь, что у тебя там 4 очка, розыгрыши в длинном листе, а здесь хватит это делать. Строчек 400, и чуть-чуть стоит. Я попытаюсь найти сразу же Илью Макаевну. Катерина, ты вон там, не с той стороны. Вениамин, ну что там? Вот тебе. Главное номер соли. Ну, фамилию ты видишь? А если я чёрный? Ну, тебя будет написать. Я тоже. Нет, тогда это не подпишет. Вот по фамилии. Где же подпись? Где-то я уже подпишу. Первый подпись. Где еще раз как написано? О! Я ошибаюсь. Номер какой? Петрова Александра. А вот он шесть. Ирина. 86, да. Чтобы на коридоре там нужно найти комнату с комментариями. Так, 58-й стол. Да, у меня юшка Мкаева. Я и должен найти. You can see comments of the game made by Grandmaster Shipo from Grandmaster Miroshchenko. And you can find the second room if you leave the tournament hall on the right. 58-й стол. Александр Александрович Иванов. У него очень серьезная соперница. Вот, так что... Черная пресса идет. Так, Александр Александрович Иванов, он неплохой гроссмейстер, он добрый, и мы с ним договорились, что он не будет особенно играть на выигрыш, а может быть и сдастся на 15-м или 16-м ходу. You know, it is the first round, so it takes a long time to find the tables, to find opponent, to find the tables and so on. Я понимаю, что это первый тур, и для всех сложно найти стол, найти противника, свет и так далее. Но я надеюсь, что начиная с второго тура будет все побыстрее, чтобы мы успели этот турнир окончить сегодня. We have to try to finish the game, all the games, all the tournament today. It's 22 games. It is quite fast. Это чья-то ваша катет? Я не знаю. Кто бы это мог быть? А, Илюха, команды привет. Из 30 стран. Итак, встречайте флаги стран-участниц. Австрия, Австрия, Англия, Азербайджан, Армения, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Латвия, Литва, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и команда Республики Беларусь.
Дорогие друзья, сегодня с нами в этом зале присутствуют почетные гости чемпионата Европы. Министр спорта и по делам молодежи Республики Армения Кагарян Габриэль Фрунзевич. Также с ним присутствует мэр города Цахкадзор, вице-президент Федерации лыжного спорта Республики Армения Арутюнян Артур Леликович. Заместитель министра спорта и по делам молодежи Грузии Гагаладзе Шалва Гурманович. Начальник управления Министерства спорта и по делам молодежи Грузии Далагуридзе Ираклий Фаврозович. Дорогие друзья, а я с удовольствием приглашаю на эту сцену министра спорта и туризма Республики Беларусь Александра Игоревича Шашко, а также президента Европейского шахматного союза Зураба Алексеевича Азмайпарашвили. Слово предоставляется министру спорта и туризма Республики Беларусь Александру Игоревичу Шашко. Ladies and gentlemen, and the floor is given to the Minister of Sports and Tourism of the Republic of Belarus, Alexander Shamko. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, участники соревнований. От имени Министерства спорта и себя лично я хочу всех поприветствовать на чемпионате Европы по быстрым шахматам. Good afternoon, dear friends. Good afternoon, dear spectators. Good afternoon, dear participants. Let me, on behalf of myself and the Ministry of Sports and Tourism, cordially welcome you at the European Championships of Rapid and Blitz Chess. История шахмат уходит в тысячелетия. Что это? Спорт, наука или искусство? The history of chess goes back thousands of years ago. What is it? Is it a sport or a science or is it an art? Наверное, это вопрос философский, и это тема риторики. А я хотел бы еще раз поприветствовать всех участников соревнований. Я рад всех видеть вот такой дружной европейской шахматной семье. This might of course be a question of philosophy or rhetorics, but let me one time cordially welcome all the participants and sportsmen here at this cozy atmosphere. Под флагами нашего чемпионата собрались 30 стран и около 1200 участников. Here today we are proudly welcoming the 30 countries represented by about 1200 representatives. В нашей стране текущие международные соревнования стали 40-ми по счету. Это свидетельство того, какое отношение к спорту и развитию физической культуры сегодня у нас в стране. These European Championships are the 40th international events in our country, and this really makes us sure about the development of this kind of sport in our country. В следующем году наша страна примет около 80 чемпионатов соревнований самого высокого мирового уровня. The next year our country is about to host approximately 80 international events of different levels. Дорогие друзья, я думаю, что проведение чемпионата для наших гостей будет и хорошей возможностью посмотреть прекрасную столицу нашего государства, город Герой Минск. And I'm sure that for many of players, participation in this European Championship will become a great chance to get acquainted with our marvelous capital of the Republic of Belarus, the city of Minsk. Поэтому я хочу всем пожелать удачных соревнований, хорошего времяпровождения в нашей стране и поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Спасибо. Ladies and gentlemen, and one more time, let me please congratulate you with the beginning of this event, and one more time, Merry Christmas and a forthcoming New Year.
Дорогие друзья, а слово предоставляется президенту Европейского шахматного союза Сурабу Алексеевичу Азмайпарашвили. Ladies and gentlemen, please welcome the president of European Chess Union Сураб Азмайпарашвили. Добрый день. Я думал, на каком языке выступал. Выступал, посмотрел количество участников. И понимая, что многие из них приехали в Минск, наверное, уже заранее зная, на каком языке надо здесь общаться, кроме белорусского, я все-таки решил, что международный шахматный язык русский здесь достаточно доступен для участников. Good afternoon, my friends. While coming here, I was really thinking what language to use at the opening ceremony, and looking at not many speakers and not many participants, I'm sure that many of you do understand the language that I'm speaking now, except for the Russian. Отвечая на философский вопрос господина министра, чему принадлежат шахматы, искусство, науки или спорт, я думаю, что ответ уже дан на этом задании. Мы играем во дворце шахмат, во дворце спорта, и мы забегаем перед суд и сказал во дворце шахмат. Значит, ответ уже дан. Мы относимся к спорту. And I would like to answer the question of the Minister of Sports, Mr. Shamko, if the chess is the fitness, the philosophy, is it the sports, the science, or the arts? And I would like to answer with the name of this wonderful building, which is called the Palace of Sports. And I was just wanting to say that it would be the Palace of Checkmate. But I must say that yes, we really are the sports. Многие из вас, наверное, впервые в Минске. Я со своей стороны скажу, что это не первый мой визит. Я достаточно много раз был в городе Минске, в городе Герой Минске. Many of you are here for the first time, and from my side I must say that it is not the first time that I've come into this wonderful city. И каждым новым разом приезжаю сюда, я отмечаю, что город еще краше становится. И намного организованный, и, скажем так, уже Беларусь как страна нашла время проводить высокие спортивные соревнования. And every time I come here, I must mention that the city becomes more beautiful, that the city becomes more well organized, and this is great. They find the time and possibilities to organize international events of high level. Еще совсем недавно здесь проводили чемпионат по хоккею по одному из красивейших видов спорта. It has been a while since they have finished the World Ice Hockey Championship 2015, one of the most beautiful sports. Но сегодня день шахмат, день европейских шахмат. So, but today is the day of chess, the day of European chess. И благодаря, значит, искусству работы организаторов, правительства Беларуси, сегодня мне очень приятно объявить, что у нас рекордное количество участников по быстрым шахматам и блицу чемпионата Европы. And I must say that it is because of the great work done by the organizers and the governments of Belarus, I have to announce that today we have a record number of participants for the record and blitz chess European Championships. Я знаю, что организаторы провели очень много бесплатных вечеринок, и спасибо им за это, что им это удалось сделать. I know that the organizing committee has spent a lot of sleepless nights to make this happen, and I would like to express my gratitude for the job they've done. Я уверен, господин министр, что это только начало, и мы обязательно проведем соревнования еще более крупного масштаба. Dear Minister, I am sure that it is only the beginning, and I am sure also that we will host more international events of such a high level. А сейчас, наверное, многие уже устали здесь давно. Кстати, все делается для того, чтобы турнир был как бы при сегодняшней ситуации мировой. Абсолютно надо понимать, что значит, проверка заняла чуть-чуть больше времени, чем надо. Добрый день. И все уже сдались, хотят уже сделать первый ход, поэтому не буду вас утомлять.
и объявлю турнир чемпионата Европы по быстрым шахматам и блицу открытым. Ladies and gentlemen, and I'm sure that everybody wants to make the first move in these European Championships, and I declare the European Championships of Rapid and Blitz Chess open. Спасибо.